Привет, ребята, у меня сегодня понедельник, долгожданный день. Сегодня я улетаю в Майами к Жене. Я очень по нему соскучилась, мы уже неделю с ним не виделись. В общем, я все уже собрала. Мне Женя целое видео оставил перед тем, как улететь. Что где нужно выключить, чтобы я не забыла. Что собрать. Знаете, как детям-подросткам обычно оставляют. Даже не подросткам, а маленьким детям. Так же самое мне Женя, потому что он очень переживает. Я якобы, по его мнению, очень забывчивая, очень рассеянная. Я следовала инструктажу, все сделала, чемодан собрала. Единственное, что я переживаю очень за котов, потому что они будут неделю тут одни в квартире. И я им насыпала очень много корма там, все кормушки, ну, у них плюс автоматизированная кормушка, автоматизированный туалет. Будем звонить менеджеру, он несколько раз наведается тоже, посмотрит, как они. Они у нас как собаки, они очень привязаны, и они будут очень скучать. Животное — это ответственность, поэтому... Если вы хотите завести животное, 100 раз подумайте, можете ли вы себе это позволить, потому что ему нужно тоже уделять внимание, его нельзя оставлять одного, и, в общем, да, это как ребенок. Кошмар, этот чемодан, он просто неподъемный. Женя вообще в шоке будет, сколько я всего туда положила. Я его еле закрыла, этот чемодан. Да, кстати, ребят, я так собралась, конечно, как будто я не в Майами лечу, на мне свитер, но потому что в Лос-Анджелесе на самом деле холодно, вчера, по крайней мере, было, и также в аэропорту тоже будет довольно прохладно, я всегда мерзну, поэтому я такая, как всегда, 100 одежек на мне. Все, зайки, мамочка пошла, кисюня. Я уже прилетела в Майами. Я, кстати, летела 5,5 часов. Женя меня напугал, такой подходит сзади. Я думала, как мне уже клеится. А что я должна такая? Ничего себе, как в Дубае прям. Я, если честно, не ожидала такого. Жара сумасшедшая и влажный воздух. Как я люблю. Я на самом деле обожаю такую влажность сильно. Interior night or what? Мы остановились на 33 этаже. Сейчас вам покажу вид с балкона нашего. Побережье, люди доплывают туда, забирают. Вот, ребят, спальня. Вообще круто просыпаться, да, и видеть вот такой вид. Просто идеально. Кстати, балкончик здесь очень большой. Обожаю большие зеркала. Можно себя рассмотреть с разных сторон. И свет хороший, вообще гениальный. Как вы видите, вся эта ванная комната рассчитана на 2 человек. Этот отель, он построен был в 70-х, поэтому он такой старенький, но в целом здесь неплохо. В общем, ребят, расскажу вам, почему я сюда приехала, потому что задавали вопросы по работе, либо отдыхать. Здесь у меня Женя уже как неделю, он приехал на 2 недели на съемки снимать для одного американского рэпера, его зовут Брайсон Тиллер. И Женя когда-то снимал год назад для него клип, и сейчас снова снимает. Something tells me we ain't gon' last, baby. 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 И это, кажется, будет такой больше не клип, а как документальный фильм, поэтому так долго. Я могла изначально приехать с Женей тоже будет с ним 2 недели, но так как у меня были съемки, то есть у меня там было 3 съемки на той неделе, поэтому я решила, что я останусь неделю в LA без него, поработаю, потом прилечу сюда к нему. У меня здесь отпуск, а Женя работает, но уже не такой плавающий график, но все равно у него иногда будет находиться время, чтобы там со мной куда-то сходить, покушать в ресторан, либо на пляж съездить. Нам
очень понравился Майами Бич. Единственное, что из-за ветра там принесло много водорослей, поэтому берег такой был не очень чистый, но если проплыть немножко дальше, то там круто. Мы зашли в какое-то место перекусить. Потом я, наверное, поеду в отель, так как уже не съемка в 4 часа. Я, наверное, буду закрывать, скорее всего, где-то возле бассейна. Вот, несмотря на то, что это бургеры, они веганские. В 70-х, когда это построили, как это было? Для 70-х это, наверное, было что-то роскошное. Да. Ого. Мне интересно, какое тут общее количество номеров. Наверное, очень много. Мы сейчас находимся в зоне приотельной, где джакузи, бассейн. Территория довольно большая, потому что сам отель, он просто огромный. Тут вообще такая обстановка расслабляющая, все-таки, не знаю, тропический климат и места, где такие курортные, там просто вот все как будто располагает к тому, чтобы отдыхать. Если честно, я не представляю, как можно жить в Майами и работать. На самом деле, я бы не хотела жить в Майами. То есть, несмотря на то, что LA там тоже пальмы, солнце, океаны, всякое такое, но это все равно, это я бы не назвала курортным городом. LA как раз-таки тот город, где люди работают и еще раз работают, и у всех бешеный ритм жизни. Я уж молчу про Нью-Йорк, это, конечно, вообще отдельная история, там бы я тоже жить не хотела. То есть, крайности мне не нравятся. А Майами, я не знаю, здесь такой воздух, он просто супер влажный, горячий, и наверняка просто сложно работать. Посмотрите на этот отель, насколько он высокий. Я не знаю, сколько тут этажей, но очень-очень много. Тут можно прям сидеть и разговорное видео записывать. Я так камеру удобно поставила. Я на самом деле уже давно так не расслаблялась. Я сейчас просто в, знаете, в таком восторге. Причем я сегодня... Ой, вы слышите, как птички поют? Меня так сегодня расслабило, что я на лежаке даже уснула. Я не знаю, мне кажется, где-то час поспала. Я только что с девочкой встретилась. Она мне сегодня проведет небольшую экскурсию по Майами, покажет пляжи. Мы, кстати, сейчас у нее в квартире в даунтауне. У нее очень классный вид. И она даже фотографию здесь не сделала. Мне кажется, я бы уже сделала тут миллион фотографий. Смотрите, какой вид классный на город. Закат, наверное, у тебя тоже тут видно или нет? Или он с другой стороны получается? Видно, я закат. Видно? Закат с этой стороны вниз. Класс. Классная квартира. Да, видишь, тут ни картин, ничего, ничего не обставила. Ну, кстати, я минимализм люблю, у меня тоже в квартире. Поставим здесь стол, я говорю, вот он, стол, не нужно больше ничего. Вот такая вот зона на крыше с бассейном, с джакузи, тоже вид на город. Кстати, на каком этаже находимся сейчас? 50-й. Слушай, столько зон, а там, это там, да, кинотеатр? Это кинотеатр, так, да. Класс. Вообще такой вид классный. I would do it for love for you. I would do it for love. All the risk I would take for you. I would do it for love. I would do it for love for you. Вы должны это просто видеть. А у нас телефоны перегрелись, потому что жара сумасшедшая, и мы их решили положить в стаканчики со льдом. Это лайфхак от Алены. Но, конечно же, это нужно делать, если у вас iPhone 7 или... Подожди, 8. Я не знаю, с какого номера начинается вот этот. Все? 7, 8, X. Так, смотри, а то люди потом научим. Потом люди айфоны поставят. iPhone 5 точно подходит. Жду Uber свой. Так долго едет. Только я опаздываю.
Ну почему? Это реально закон подлости. Когда я еще не собрана, я вызываю Uber, он приезжает буквально за одну минуту. И как только я стою уже на месте, вот я готова ехать, Uber едет, наверное, минут 15. Я Женя написала о том, что сейчас они едут кататься на джетске, это водные мотоциклы, и... В общем, я еду с ними туда. Мне, кстати, очень нравится даунтаун в Майами. Он гораздо лучше, чем у нас даунтаун в LA. Здесь очень много небоскребов, так красиво. Такие домики красивые, все такое новое, чистенькое. Не обгореть, потому что на ветру обычно загар цепляется, не просто цепляется, обычно кожа начинает гореть, поэтому сейчас, наверное, даже мне придется нанести такой нехилый слой солнцезащитного крема, потому что чувствую, что несмотря на то, что я практически не сгораю, но я думаю, сегодня есть вероятность. На улице, я думаю, градусов 40 на солнце, наверное. Наши джетски нас уже ждут. В общем, я надела уже жилетик, я готова кататься. Я уже в предвкушении, я очень люблю водный мотоцикл. В общем, ребят, мы только что приплыли, мы катались 3 часа, все очень устали, но всем дико понравилось, потому что, во-первых, это весело, во-вторых, невероятно красивые виды на даунтаун Майами, там мосты были, очень красивый закат, мы приплыли на Дикий остров, там мы где-то побыли 15 минут, фотографировались, поехали обратно, потому что солнце быстро садилось. Сейчас мы все пойдем немножко отдохнем, примем душ и поедем в какой-то ресторан ужинать. It's fun. That was very nice. Нужны, да. Доброе утро, ребята. Сегодня я какой? Третий день, кажется. Да, третий день в Майами. Мы с Женей зашли позавтракать в какой-то ресторанчик. Это сейфуд. Я себе заказала какой-то такой довольно калорийный, в общем, лобстер ролл называется. После этого я пойду заниматься в зале, потому что я, кстати, уже давненько я расслабилась, я давненько не ходила в спортзал. Также я надеюсь, что я сегодня попаду на South Beach. Самый большой, мне кажется, самый популярный пляж в Майами. It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I would end. At the end of the month, we said we would run. But then your ride came and they took you away. You were mine till the end of summer. В общем, я сегодня немножко, пару часов побыла на пляже South Beach. Ну, довольно-таки неплохой пляж. Девочка очень милая, с которой я познакомилась. Она живет в Майами, кажется, 1.5 года. После этого я приехала в гостиницу. Сейчас жду Женю. Он поехал сегодня снимать этого рэпера. И Женя говорит, что у них закончился бензин в лодке. И сейчас они где-то причалили и ждут, когда им привезут бензин. Я надеюсь, что он приедет скоро, и мы сможем хотя бы провести время где-то в джакузи посидеть. Как-то из-за того, что уже не такой плавающий график, неудобно, мы не можем спланировать время, хотя получается так, что он сегодня провел большую часть дня в гостинице, но он не понимал, когда они начнут снимать. Вот так, ребят, выглядит наш отель ночью. Кстати, я и не видела вот эти такие впадинки в нашем здании. Они подсвечиваются, выглядят красиво. Вода очень теплая. Что там происходит? В пальме сидят какие-то птички, они такие странные звуки издают.
Я как будто сейчас как в джунглях. Мне, кстати, наш отель нравится гораздо больше вечером. Тут так спокойно, нет людей. А вот там на небе, ребят, я только что видела молнию, причем несколько раз. Кажется, смогла заснять. А вообще здесь, в Майами, постоянно дожди идут. Но они такие кратковременные и очень теплые, как в тропиках на островах. Пойду-ка я в джакузи лежать. Я, в принципе, наедине сама с собой. Даже вот я сейчас, в принципе, большую часть времени здесь на отдыхе провожу одна. Но мне в какой-то степени нравится. Ну, несмотря на то, что я скучаю за Женей, и, конечно же, бы я отдала предпочтение с ним провести время, но, тем не менее, мне с собой очень даже хорошо. Не знаю, как объяснить, я просто не скучаю одна. Мой любимый котик наконец-то приехал со съемки, и сейчас поедем на какой-то пляж ночью, потому что джакузи, к сожалению, уже закрыли. Они, ну, наверное, работают там до 10, наверное, до 11. Сейчас уже начало 12-го. Ну, ничего, на пляж даже лучше. Мы с Женей приехали на пляж. Мы, кстати, здесь абсолютно одни. У нас тут такой романтик. Слушаем шум волн. Музыка немножко играет. Там, кстати, немножко дальше идет целая линия разных ночных клубов, кафе. Ну, так как мы не любители шумного отдыха. Мы, кстати, с Женей очень похожи в этом. Женя только что сказала, говорит, мне лучше тут вдвоем лежать в тишине. Тебе удобно? Так подожди, а когда дождь начался, вам негде было даже спрятаться? Кошмар. Вот встретилась с девочкой, с Олей, мы с ней познакомились в LA, она сама с Майами. И как только я сюда прилетела, мы с ней списались, она фотограф, и мы сейчас едем на фотосессию. Оля, скажи привет. В общем, мы едем сейчас на какой-то пляж. Я уже завтра вечером улетаю в Лос-Анджелес. Мне так не хочется, мне так здесь понравилось. Я бы могла еще... Давай меняться. Я в LA, ты сюда. Потом снова поменяемся. Так что наверняка интереснее жизнь была. Вообще я в шоке. Реально всегда кажется, что в том месте, где тебя нет, там лучше. 100%. Всегда куда-то хочется переезжать, скажи. Ну, да, у соседа трава зеленее, и там хорошо там, где нас нет. Это точно. 100%. Вот так. Да, ребят, поэтому нужно ценить то, что есть. Ребят, это просто рай на земле, посмотрите. О. Парадайз. Наши гуси. Местные. Вот так вот Элина приходит на съемку. Вот что происходит на самом деле. А после этого видите красивые-красивые кадры. Сейчас на нас такая туча надвигается, что я чувствую, будет огромный ливень. И мы стараемся успеть отснять хоть что-то. Но, по крайней мере, дожди тут идут недолго, по идее. Поэтому, как вы видите, вон, все люди уходят. Да, сейчас реально шторм начнется. Только что к нам даже патруль подъехал, предупредили, что будьте осторожны, там что-то такое. Мы такие, да. Мы продолжаем дальше снимать. Меньше людей, но лучше. Не, кстати, реально, с пляжа уже практически все ушли. Пьем. Смотрите, ребята, как песочек красиво на животе у меня. Все, мы спрятались под навесом, но на самом деле дождь вроде бы как уже все проходит. Начинался так страшно. В Майами все привыкшие, да, к таким штукам. Мне кажется, тут мне Женя рассказывала, что у них есть даже вечеринка, как это называется, Hurricane Party. А, да, когда... конечно, да. Когда ураган, все приезжают куда-то домой, кому-то в дом, там берут пивко, вино и там днями сидят. Забавно. Но главное, чтобы был свет. Если когда уже будет совсем пятая категория, когда нет света, то стрёмно. Смотрим на радаре, где туча. Здесь сейчас еще будет много. Ребят, мы добрались до машины. Посмотрите, какой ливень. Посмотрите на это. Да, заливают по полной. Расскажи, где у вас крокодилы водятся? Ты знаешь, я, кстати, видела крокодила, и где? Тогда у меня началась фобия в канале.
канале, вот не в океане, а вот канал, который выходит на другую сторону. И... Большого или маленького? Там я видела только хвост, и он был 1.5 метра. То есть я думаю, он был не маленьким. Мы такие идем на набережную, выходим, гуляем, там яхточки такие, рыбалка, там можно рыбу свежую купить, прикольное место. И херак такой хвост крокодила из воды. Они прыгают, я помню, смотря на передачу, в шоке была. Так они лазят по стенкам. Они по вот этим бетонным стенам, они могут карабкаться. Кошмар. Да, то есть я даже иногда, знаешь, представляю такую сцену. Если я его увижу, то есть мне даже на дерево не вариант залезть. Кошмар. Не, ну слушай, они реально такие охотники. Я видела, как они на этих, на оленей каких-то, либо козун там нападают. Да, вот недавно был случай в Тампе, на том побережье Флориды. Женщина гуляла с двумя собаками, ну, у себя там где-то вот на заливе. И они сожрали собак. Я вообще слышала, что крокодил где-то мальчика в зоопарке каком-то съел. Это было где? Не помню. Это в Орландо было. В Орландо, да. Вообще ужасно, конечно. Прикинь. Чудовище. Гуляет возле воды и... А, ужас. Это ужасно. А, он его типа в воду утащил. А, ну часто акулы приплывают, кстати, летом. Там, где люди купаются, в основном вот на Саньялос. Были случаи, что кот? Ну, знаешь, мне рассказывали, что тоже, кто живет на последних этажах и видно воду, типа ты такой смотришь и... А, как люди, я поняла, Флорничок такой проплывает. И рядом акула. Да-да-да. Вот это весело. Такое занятие. И потом такой сидишь, так, давай спорить, повезет, не повезет. Да-да-да-да. Кому-то ужасно. В плане природы весело жить. Интересно. Знаешь, что мне нравится зелень, из-за того, что тут у вас дожди, влажно, зелень такая красивая, зеленая. После дождя она еще, знаешь, такая... Угу. То, что в LA все, воздух сухой и все желтое, знаешь, такое, дождей мало у нас. Угорает, очень. Да? Да, но некрасивая зелень, прям вообще не очень. Но здесь летом, получается, тоже, прикинь, солнце печет. Просто... Ну, все равно влага. Когда был ураган, мы уезжали, кстати, вот, в сентябре. Это когда... Это как он назывался? Это после этого он в Пуэрто-Рико был. Да, с Майами в Пуэрто-Рико, по-моему, пошел. Да, Ирма. Ирма. Да. А, мы как раз в Нью-Йорк поехали, да. Подожди, ну ваши предупреждают заранее, да? Или как? Да, это же мгновенно. Не то, что он в раз, завтра ураган. Там, ну есть. Да, там начинают говорить, там, вот, движется ураган, там, и, там, пятая степень. У нас сначала на Карибах же идет, ну, по-разному может идти, вот на Карибах тут был. То есть мы наблюдали, смотрели, как он там что наделал. Мы такие, блин, пятая категория, это высота очень высокая, да. И мы такие, надо, короче, валить, и как раз в отпуск. Мы собрали вещи, и давай подвигать. Такие пробки были на хайвее. Все, не они, мы такие все, были. Все уезжают. Так вот, хотела рассказать, когда мы возвращались, тогда все было желтое. Все выгоревшее такое вообще. Да, я помню, пальмы вообще голые были, прикинь, вот... Подожди, природа от чего пострадала? От ветра. А, от ветра. Так прикинь, я это понимаю. Ветер там 130, 150, 180 даже может быть миль в час. Ужас. Да. Люди все дома сидели. Кто дома сидел? А сколько оно по времени? Это сколько недель больше? Он же идет по нарастающей. И потом как, в один момент нагребает. И потом, кстати, в даунтауне вода стояла. Покуда? Ну, метра два. Она прям вот так вот сюда плыла. Мы, кстати, эту локацию нашли совершенно случайно, когда уже собирались домой ехать. Это очень красиво. Красивый вид на даунтаун и закат. И мы получили крутые снимки. Это что такое? Это водоросли. Русалка. Да, у меня в волосах можно найти все, что нашла. Сейчас уже еду к Жене, надеюсь, он там уже освободился и мы сможем куда-то сходить. Если погода позволит. Да. Может, в ресторан какой-то покушать, может, в бар сходим, вот этот, который ты рекомендовала. Шугар. Пока! Приезжайте в Майами, приходите ко мне на съемки. Да, Оля фотограф профессиональный, поэтому если вам нужен фотограф в Майами, да, обращайтесь к ним. You once said I'll never walk away. I'll never sail away. I'll never go. Кстати, Жене сегодня не так поздно закончить свою съемку, поэтому мы вышли поужинать в какой-то ресторанчик полностью веганский. Ребят, сегодня пятница вечер, и поэтому все рестораны забиты. Столики нужно бронировать. Очереди. Oh.
does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get there. Классная была женщина, пела на испанском языке такую какую-то лирическую песню, очень красиво, у нее такой сильный голос. Много очень испаноговорящих людей, и все в диком восторге. Да, мы как два аватарчика с Женей. Мы только что пришли с Женей на крышу одного из популярных здесь отелей, мне посоветовали это место. Здесь довольно-таки милый ресторанчик, и бар есть. Также там живая музыка сейчас, очень круто. Пока все столики заняты, но мы что-то на баре. Женя там берет какие-то напитки и пойдем, наверное, к бассейну посидим. Там довольно-таки романтично, темно, и такая подсветка красивая от бассейна, музыка. И все это создает романтическую атмосферу. И вообще здесь очень много таких атмосферных мест, очень уютных ресторанчиков. В общем, здесь все идеально для отдыха, отпуска, для свидания. That sound like